Не надо, чтобы только машина проехала, грузовая, чтобы я погрузила вещи. Больше мне не проехали. Мы потрогать не будем. Ну я же говорю, я слышу, что вы стреляете, а я же не знаю, откуда. Что он орёт? Что он орёт? Оттих. Чего вы, блядь, орёте, сука, а? Потерпевший, чего вы орёте? Включи на людей. У нас. Ну, давай, иди куда-то. Быстрее, батя, быстрее, без остановки, газ не пошёл. Так, что-нибудь с минами будем делать? Мы с вторые. А где они? Вот они. По 4 мины в ящике. Это 120-е. 120-е. Короче, грузим мою. Куда ты вдвоем загрузишь? Нахуй мне ящик, я без ящика. Ничего не будет. Давай, открывай. Так а что, ящика пустого нету? Вон, блядь, танковых снарядов в ящике. Фишку надо выставить, парни. Надо фишку выставить. Одного выставьте фишку. Давайте, грузите сюда. А? Раскладывайте деньги. Подъедь машина. Батя, не дотянет. Поднимайте сиденье, я пошел на угол, никого нет. Блять, это пиздец, я хуя, ты в машине сел, тяжело сиденье поднимать. Подожди. Давай. Еще. А если бы взлетательный, то бы взрывать. Аккуратнее, чтобы он не взорвался. Это ведь там фатальности стоят, да? Фатальности кресты стоят. Что кресты переключаешь? Осколок или фугас? Нет, кресты стоят. Есть два, есть три креста нам на это. Вот они. Давай. Я слышу кто-нибудь, прием. Ответь ему. Я слышу. Ага, этот полный. Забираем все равно. Забираем все равно, взрыватели, блядь. Понаходим. Без забивных, без этих. Забираем, да? Выкидных, блядь. И взрывателей, блядь. Забираем. У вас здесь что-то поделать. А чем они вообще залиты? Блять, пусть валяется, Витя, это мы туда попадем, им подарок будет. А? А вот тот, ребята. Ну вот, ну им осталось три штуки забрать. Эти пустые, да? Да. Потом,
Чем-нибудь есть какие-нибудь шмотки надо туда кинуть на? Есть, сфотографировать. Ну, хабар, что, нормально. Ну, вот то, что оставили, господа, укрынам. Трофеи. Ну, это как бы укры такие харьковские. А, всякие. А мы не знакомились с ними. Ну, да. Не успели. Ну, будет еще случай, я надеюсь. Конечно. Это окраина станицы Луганской. Укры вчера обстреляли, они бросили блокпост. Да, все. Вот памятник. Славику команду и уходим. А то, что в этих ящиках, Валерий? Вызываю Славу? То на танк. Вызываю Славу? То, по-моему, на танк. На танк все смотрели, на танк. Ну, это молодежь написала. Россия класс. Вызываю Славу? Да, да, вызывай. Слава, отходим, Слава, отходим. Принял, давай, давай. Танцевые тоже, да? Танцевые? Да, Сеня, да, вызываем иди, Славу. Покажу, сними. Ну все, отходим. Брат, хочешь, сними. Покажу. Это танковые? Да. Ну, это полный грузовик этих танковых. Вот. Ну, нормально. Фугас и подколидерная. Нормально. Потом приедем, заберем. На ЗУшку боекомплект снимал? Ну, нет, сейчас сниму. Вон идет может уже. Может ее как-то сложить и забрать. Это боекомплект на ЗУ. Вот этот стопор должен быть задвинутый, и оно пойдет вниз. Потом ЗУшку поднимаешь, колесо раз и стало. А за что цеплять есть? Сейчас пойдем, контрцепного дотянем до поста. Вот оно, смотри. Вот этот палец, он так и должен отсюда. А это для хуя, гидравлика. Да, гидравлика, он когда едет, там отсюда. Нормально, что вы сами катали, тут тебе недалеко. Мы пошли с того догнали, что тебе надо? Давай. Ну, давай. Давай, аккуратненько, тихонечко. Тихонечко только. Не стыдно? Баба с яйцем. Давай, 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 нормально. Да, нормально, езжай. Ну что, поехали, фишки нет. Все, поехали, там никого нет. Спецы поехали. Сейчас приедут, разберутся на. А Зарю вызывать, это весь их хабар. Так, выключаюсь.